Здравствуйте, вы сегодня были участником мастер-класса с Куртом Гравимайером. Расскажите нам о себе, о своей лошади. Я Петров Сергей, мастер спорта. Лошадь у меня Лувр, 7 лет. Мы недавно с ним начали работать. Выступает в маршрутах 120-130, готовимся выше. Скажите, был ли для вас интересен данный мастер-класс? Какие-то полезные для себя вещи, может быть, которые помогут в дальнейшем при работе с этой лошадью, сегодня были для вас открыты или нет? Ну да, конечно, всегда любой новый, свежий взгляд, что-то новенькое в тренировку внесет, всегда полезно. То есть вы считаете, что участие в подобных мастер-классах, они позволяют спортсмену развиваться и в дальнейшем лучше выступать на соревнованиях? Да, потому что даже с тренером, с которым ты много лет работаешь, какие-то моменты могут как-то замылиться так. А тут со свежим взглядом, со свежим... Ну, попробовать что-то надо новенькое, поэтому это полезно. Скажите, вы первый раз в клубе Максима Стейблс? Нет, я был на прошлом семинаре, и у меня брат тут с лошадьми стоит, поэтому я тут был. Может быть, у вас есть какие-то пожелания к организаторам, что-то улучшить в работе или в проведении семинаров, увеличить количество семинаров? Ну, увеличить количество семинаров, конечно, полезно всем. Ну и уже запускайте старты, нам старты вы нужны. Хорошо, спасибо вам большое. Спасибо большое, ждем вас снова. Спасибо.